Свобода, пока свобода. It's wine time. Добрый день всем, кто любит вино, всем, кто хочет полюбить вино. Меня зовут Леша Дмитриев, я сомелье. Рядом со мной Нина Дмитриева. Да, я. Наконец-то. Корабль, который говорит ура. И почему? Шампанское. Почему это, Нина? Потому что Леша ушел. Не от меня, слава богу. Нет, Нина, я ушел. От бабушки с дедушкой, которые работают в Хаяте. Как колобок ускакал, укатился я. И прикатился прямо сюда. Да. Посреди буднего дня. Среди буднего дня? Среди буднего дня. Посреди. В общем, мы как богема, аристократы. Теперь. Аристократ? Сейчас 6 часов вечера. Мы себе присели на озере. Под тут деревом. Ходят рядом милиционеры. Надеюсь, мы успеем записать этот эпизод. И не придется не подойдут. Да. Соня что, спит в сторонке. С Соней попасть за решетку как-то не очень хочется. Нина, открывай срочно. Нина сказала, что это шампанское. На самом деле, она вас немножко обманула. Это кава, игристое, испанское вино. Спасибо Алексею Колчанову, который привез его из Испании. Нина, придерживай. Сейчас. Уже надо придерживать? Конечно. Хорошо. А то сейчас мы Соню напугаем. Держим пробку и крутим бутылку. Можешь не снимать? Можно не снимать? Это интересно, конечно. Класс! Я крутая. Нина крутая. Это было самое тихое открытие бутылки игристого кавы, которая называется Jaume Serra Brut Nature Garcia Carrion. Брют? Брют. Ты любишь игристое, да? Не, я люблю не брют. А что ты любишь? Сладкое? Я люблю, чтобы было чуть сладкое. Советское полусладкое ты любишь, да? Нет, не советское. Но полусладкое. Так, подожди, сразу нюхай. Что у нас в цвете было? Ой, цвет. Да ну что? Мусс. Светленькое. На самом деле он довольно такое желтенькое. Не светленькое. То есть обычно оно бывает. А где твои коронные листочки? Светлее. Вот у тебя есть листочек. Желтенькое, приятненькое. Может быть, Нина знает, какие сорта винограда используются для производства кавы, нет? Я не готовилась, ты меня тут позоришь. Чарелло, Макабео и Парияда. Вот такие три сорта используют для производства кавы. Я это знал. Все мы знаем Кадерню, Фрейшенет, довольно известный, популярный. Я видел, что это тоже очень хорошее, поэтому просил я Алексея привезти. Он это с удовольствием сделал. Jaume Serra. Сейчас мы попробуем. Что у нас в аромате, Нина? Кишмиш. Кишмиш, серьезно? Нет, серьезно. Ну, серьезно. Нина говорит, что это кишмиш. Груша. Виноград без косточек. Мне кажется, здесь больше грушевых оттенок. Действительно, спелая груша, которая сейчас в изобилии на рынке. Абрикос. Абрикос? Мне кажется, тут есть немножко персика даже такого. Инжирного, не кажется тебе? Ну да, послаще, который. То есть сладкие такие фрукты, приятные, желтые. Приятные. Спелый аромат. Да? Алыча, я бы сказала. Может быть, алыча. Да. Угу. Нина, какой нос. Я тренировалась. Надеюсь, что у Сони Дмитриева, которая там тихонько спит, мы думали, она будет с нами в кадре, но, к сожалению, она заснула, или, к счастью, для к счастью, родителей. Для меня. Давай попробуем. Сегодня мы сплевывать не будем, сегодня у нас праздник. Леша Дмитриев наконец-то ушел из Хаята, теперь он будет свободен. Все время, вы помните, как мало стало эпизодов, раз в неделю, раз в 10 дней выходят. В сентябре готовьтесь, даже на этой неделе уже в пятницу появятся новые эпизоды с дегустацией сидра. Я буду участвовать. Я уже снял. Для нас, на самом деле, мы будем с тобой участвовать, там есть какая-то крутая еще у нас дегустация муската. Ладно, об этом попозже. Во вкусе сухое. Во вкусе оно сухое. Как-то игристости не очень много, да? Вообще не чувствуется. Игристости не очень много. Оно и пропадает. Смотри, да? Четки не поднимаются вообще. Очень странно. Ну, боже мой, кава. Ты должна быть игристой, а ты такая чуть-чуть тихая, да? Да. Тебе не кажется? Да. Ну, давай еще попробуем. Не очень нравится тебе, да? Аромат мне больше понравился, чем вкус. Хотя, ты знаешь, послевкусие тоже немножко фруктовое. Послевкусие приятное, такая легкая барбариска, да, послевкусие, маленькая горчинка. Я думаю, что эту каву можно будет пить просто так, да, но мне кажется, хочется какую-то еду завесить, да? Да.
Хотя 11,5% алкоголя, но все равно хочется чего-то такого вот. Мы сегодня с ними думали устрицы прикупить, да? Но они купили. Все, Леша теперь без работы, нет денег. Надо было психануть и на последний. Нет, мне кажется, вот мягкий сыр сюда хочется, да? Брили камамбер, сыр с белоплесенью, какой-то легкий салат. Мне кажется, даже фруктовый салат, груша, яблоко, виноград, да? В собственном соку, без каких-то там сиропов. Симпатично, но оно не слишком игристое, это меня очень расстраивает. То есть нет такого приятного покалывания на языке. Но для тех, кто не очень любит игристые вина, таким именно насыщенными, четкими, насыщенными игрой, да? Игрой. Пузырьков. Сколько баллов? Мне кажется, ему дам я... 81. Не, мне кажется, меньше. 79 с плюсом, да. За хороший аромат. Если оно, конечно, чуть проще, чем можем я ожидал. Можем дать голубям попробовать. Не будем им давать. Давай вопрос задавай. Вопрос века. Вопрос века. Чем будет заниматься Леша Дмитриев, начиная с сегодняшнего дня? Да? Угу. Вы все слышали? Чем будет заниматься Леша Дмитриев, начиная с сегодняшнего дня? Что же, дегустируйте вино, не забывайте делиться своими впечатлениями, а мы с удовольствием будем в этом помогать. Подписывайтесь на Twitter, Алексей Сом. Сейчас там каждый день, с понедельника по пятницу, я пишу винные новости с хэштегом Wine News. Ты читаешь мне? Да. Да. Каждое утро за кофеечком. Вот так, за кофеечком. Всего вам самого.